бесполезно. Нормальный человек не может просто так оставить музыку включенной и уйти из мастерской. Так, ладно. Мы можем войти в дверь. Войдем через окно. Андрей! Как он? Состояние тяжелое. Жить будет? Это вам только Господь Бог может сказать. Мы делаем все, что от нас зависит. Надежда есть? Думаю, да, шансы велики. Извините, я пойду, у меня еще операция через полчаса. Отдохнуть бы. Спасибо. Спасибо вам большое. Конечно, Лавр не имеет никакого отношения к подделке картины Громашова. У него для этого нет должного уровня мастерства. Ты же говорил, что Лавр талантище. А я и не отрицаю. Но это не одно и то же. Он талантлив в самовыражении, когда пишет от себя. Но чтобы сделать копию, нужен профессионализм. Угу. Что не одно и то же с талантом. Лавр не получил художественного образования, его отец был против. Да, я помню. И значит, делаем вывод. Лавр невиновен. Хорошо, что ты не судья, не следователь. Иначе у нас тут бы толпа бандитов по улицам бегали. Каким образом отсутствие художественного мастерства у Лавра могло помешать ему участвовать в краже и подмене картины отца? Ну что молчим, товарищ судья? А суицид? А при чем здесь суицид? Ну... А, ты хочешь проследить связь между попыткой суицида Лавра и его участием в краже. Я тебе объясню. Ну? Он просто мог испугаться тюрьмы, когда понял, что запахло жареным. А он ведь тонкая, художественная натура. Доброе утро, семья. Доброе. Привет, пап. Ты знаешь, что Митя тут заявил? Он не собирается поступать в институт. Все, я погнал. Погоди, Митя. Как ты не собираешься? Ну, так. А чем собираешься заниматься? Пап, давай потом поговорим. Я в школу опоздаю. Ничего, успеешь. Ага. А потом ты будешь на меня кричать, что тебя в школу вызывают из-за моих опозданий. Опозданий? То есть ты регулярно опаздываешь к началу урока? Интересно, а где ты ходишь? Да нигде я не хожу, я просто к слову сказал. Так, давайте все успокоимся. Митя, иди в школу, а вечером поговорим. Хорошего дня. Что? Я же сказал, что вечером поговорим. Знаю я твои разговоры. Ты все время снимаешь с себя ответственность. Ты даже ему замечания сейчас не сделал. Ты слышал, как он со мной разговаривал? Прости, Вера, а ты? Что? Каким тоном ты начала с ним разговаривать? Я мать. Я имею право.
А мне кажется, никто не имеет права повышать голос на своего ребенка. И это слабость. Использовать свое возрастное превосходство. Не замечала в тебе раньше педагогических талантов. Жаль, что применяешь их ты. Только на мне. Ну, Коленька бунтует. Понятно. Какое счастье, детский садик, а? Можно хоть кофе спокойно попить. Ты сама-то хоть сад любила в детстве? Я так, например, оттуда убегала. С милицией искали. А потому что ты бунтарка и революционерка. Какая революционерка? Просто я существую не коллективное, и этого не изменить. Ну, за нее ты можешь не волноваться. Она вполне себе социализирована. Нужно общаться со сверстниками, не все же ей в куклы со старичками играть. Старички, это ты про себя? Надеюсь? Конечно. Я вот все думаю, как же ты вовремя сообразила, что Лавру надо спасать? Ты так говоришь, как будто я сообразить не могу. Тут ключевое слово «вовремя». На самом деле я вспомнила страшилки Игнатьева, что картины Калмыкова убивают людей. А это трясина Лавра. Там такая обреченность, как будто сам Лавр утопающий. Кошмар. Не удивлюсь, если его картины и правда убивают. Зря ты ее тут держишь. Ребенок смотрит. От меня ж прям нехорошо стало. Сердце кольнуло. Так лучше? Кажется, немного полегчало. Слушаю, товарищ майор. Да, просматриваю видео с камер ГИБДД. Увеличил изображение машины Зубкова, на переднем пассажирском никого. А заднее разглядеть невозможно. Ночь же. Белкин, а ты другие записи изучил? Да нет, с других камер. Он же не все время по темноте ехал. А были освещенные участки трассы, и, возможно, мы увидим заднее сиденье. Давай, жду. С картинами все чисто, можешь не сомневаться. Подлинники. Угу. А где ты говоришь, вы их нашли? В машине Зубкова. Охранник из фонда олицетворения, я же тебе рассказывал. А вот название фонда ты мне не говорил. А что это меняет? А то, что Гармашов приобрел Чернобога у них. Как же я сразу не вспомнила. Да что с тобой? Кофту ищу. Надо ехать. В олицетворение срочно. Отбросишь меня? Конечно, я и сам туда собирался. Вот отлично. Значит, вместе поедем. Угу. Или ты, может быть, против? Я за. А ну, Марию, кто из садика заберет? Альбинчика, попрошу. Андрей, а ты не знаешь, почему Зубкову приглянулись именно те две картины? Ну, самого Зубкова мы уже не сможем спросить о его эмоционально-художественных пристрастиях.
А я сейчас не о его вкусовых предпочтениях. Я скорее о коммерческих интересах. Эта картина стоит раз в 10 дороже, чем все остальные. Так это же этот, Калмыков. Ого. Да ты скоро станешь настоящим экспертом по живописи, я тебе буду не нужна. Вы что делаете? Это запрещено. Спокойно. Она со мной. Это самый известный в Москве реставратор. Александра Корзухина. Андрей, это подделка. 100%? Но я же самый известный в Москве реставратор, ошибки быть не может. Нам нужно поговорить с вашим директором. И как можно скорее. Сергей Анатольевич, отведи, пожалуйста. Спасибо. Сергей Анатольевич, мне нужно знать, кто имел возможность сделать эту копию картины. Подождите, подождите, вы прям так с места в карьер. Дайте сообразить, почему копию-то? Я вам сейчас ничего объяснять не буду. Скажу одно, это установил наш эксперт. Поверьте, ваша картина – подделка. Простите, ну что, вот так прям сходу, без подробной экспертизы? У нас высококвалифицированные эксперты. Я не сомневаюсь, но мне бы хотелось знать подробности. Денис, помоги, пожалуйста. Все дело в том, что дата написания картины не совпадает с подписью. В 1901 году Калмыков подписывался как Д.М. Калмыков с твердым знаком на конце. А здесь, видите? Так, интересные новости. Мне нужен список всех, кто мог сделать копию. Да список-то составить можно, просто таких людей очень много. Это ведь не только эксперты и реставраторы, но еще и студенты. Они копируют известных художников, ставят руку, так сказать. Нормальная история. Есть художники, продающие живые копии. Они получают на это разрешение? Да, конечно, все официально. Их очень много. Все равно, мне нужен список всех. Я понял. И картину «Мертвые» мы забираем. Да, понимаю, только давайте оформим. Денис, неси, пожалуйста. До свидания. До свидания. Да, это непросто. Как такое могло произойти? Значит, что мы имеем? Зубков остался ночевать в галерее. Это внештатная ситуация. Охранники ночью не дежурят. Но Зубков поругался с женой и поэтому остался ночевать на работе. Второе. Кровь на полу в галерее. Правильно. Кровь принадлежит Зубкову. Что это значит? Это значит, что Зубков мог с кем-то драться. Дрался с вором. Или с ворами. Их могло быть несколько. Я одного не пойму. Если Зубков дрался с ворами, как он оказался на трассе за рулем своей машины? Они его что, в плен взяли? А на видео с камер лицо Зубкова в машине хорошо видно? Так вообще ничего не видно. Вот мужчина едет за рулем в бейсболке. А на фотографиях с ДТП? У Зубкова никакой бейсболки нет. Точно. Белкин. Такие детали пропускаешь, а? Ты чем думаешь вообще? У тебя голова или кастрюлька? Так, ладно, Зубков кидается на воров. Те его убивают, выносят картины. А хотя, судя по количеству крови, может, только ранят. Потом, живого либо мертвого, они сажают его за руль собственного автомобиля и инсценируют ДТП. Столько возни за двух картин. Ты еще не понял? Эти две картины – это пыль в глаза. Бандиты их украли, потому что хотели, чтобы мы занимались их поиском. А на самом деле им нужна была картина у мертвия, которую они благополучно вынесли и заменили на подделку. Остается вопрос, как воры проникли в галерею? Сигнализация работала исправно. А вот этим ты и займешься. Ты так и не рассказал, что ты ответил декану. Я отказался от преподавания. По какой причине? Я не смогу работать со студентами.
Вся эта суета. Выбор программы, оценки, экзамены. Нет, не хочу. Не хочу. Ну, а если с другой стороны посмотреть? Молодость, творческие порывы, свежая струя. Опять же, юные студентки. Недостаточно моей прекрасной, всегда юной жены. Льстец. Коварный искуситель. Есть еще что-то, да? Причина в другом. Понимаешь, я боюсь, что каждый из этих молодых ребят будет напоминать мне об Илюше. Прости. Я понимаю, нужно работать, нужны деньги, а ну, я так, тут... Да? Я терпеть не могу эти мелочные разговоры о деньгах. Уж как-нибудь я тебя прокормлю. Да. С твоими кулинарными запросами это несложно. Так, подожди. Я же Анюту из сада должна забрать. Надо возвращаться. Бедный ребенок ждет, пока бабушка с дедушкой занимаются всякими нежностями. Греков? Майор Греков. Гармашов Антон Игоревич. Здравствуйте. Это что? Заявление о краже картины из моей галереи. Надеюсь, вы будете рыть землю. Иначе я вас обвиню в суициде Лавра. Суицида не было, была попытка. А кто довел моего сына до такого состояния? Не вы ли со своими допросами? Я выполнял служебные обязанности. У меня нет времени на демагогию. Я вас предупредил. Ищите подлинник, да поживее. Иначе у вас будут большие проблемы. Майор Греков. Я сделала химический анализ у мертвия. Обе копии писались одними красками. Обе? Это ты про умертвие Чернобог? Да. Над ними работал один человек. Исследование в Третьяковке сказала. Уверена, что ответ будет такой же. Попробуем зацепить копииста через умертвие. Некий Лучников, твой коллега, давал заключение о подлинности умертвия. Я имею в виду оригинал, а не копию. Поговорю-ка я с ним. Алло? Да. Я. Извольте спросить, это будет допрос? Извольте. Извольте, как вам угодно. Все работы по экспертизе я проводил в галерее. Ничего не копировал. У меня и свидетель есть. Извольте спросить их. Аркадий Васильевич, а кто занимался реставрацией? Игнатьев. Лучший реставратор живописи Калмыкова. Не знаете, что он просто боготворит этого художника. А почему вы так скептично об этом говорите? А я просто не понимаю ценителей такой живописи. И такую жуть у себя дома держать. Ну, просто отрыв берет, знаете. О картинах Калмыкова много страшных слухов ходит. Слухов? Что, у меня есть вполне реальная история. Мой приятель, коллекционер, держал у себя картину «Велес». Работа Калмыкова. Может, знаете? Нет. Вот и хорошо. Велес, владыка подземного царства, изображен на картине в виде огромного змея, живущего под землей. И даже, знаете, не змея, а такого мерзкого червя. Вот такая зубастая пасть, из нее другая пасть, оттуда еще одна. В общем, полный кошмар. И что вы думаете? Погиб мой приятель. Владелец картины? Да. Попал под поезд в метро. Нет, ну, конечно, можно все списать на его ссору с отцом, который лишил его наследства, но, сами понимаете, так можно объяснить, ну, все, что угодно. А вот факт, Андрей Васильевич, остается фактом. Угу. Привет! Привет, мама! Привет, моя хорошая! Как дела в садике? Хорошо. Я соскучилась там.
Анюта, сначала руки, потом игрушки. Конечно. Спасибо, что забрала ее. Не благодари, я все-таки ей почти родная бабушка. У тебя здесь картина была, «Зимняя степь». Да. Она быстро закончила реставрацию? Клиент забрал ее, не дождавшись окончания работы. Я думаю, это из-за скандала с Гармашовым. Вот сволочь. Карабас-барабас, Бармалей проклятый, нехороший человек. И терпеть не могу таких вот скандальных мужиков. Ну ладно, еще женщине можно простить, но когда мужчина? К сожалению, он такой не один. Главное сейчас продолжить поиски, а там репутация вернется. Да, детка, репутацию зарабатывают годами, а теряют в один миг. Ну ничего, прорвемся. Какие у нас подвижки в поисках? Греков узнал, что у мертвия реставрировал тот же Игнатьев. Вот и я хочу с ним еще раз поговорить. Правильно. Вот только на этот раз будь с ним понастойчивее. Закидай его фактами. Что такое? Что это мы так смотрим? Я хочу тебя умолить. Так ты что, сейчас собираешься к этому Игнатьеву? Ну, конечно, по горячим следам. А ты пока посидишь с Анютой, а потом Митя подъедет. Пользуешься моей безотказностью и любовью к ребенку. Борис Богданович, добрый день. Послушайте, я рассказал вам все, что знал. У меня нет времени на эти бесконечные беседы. Если вы меня в чем-то подозреваете, присылайте повестку. Я в полиции отвечу на все ваши вопросы. А сейчас извините. Думаю, Игнатьев что-то знает. Кого-то покрывает. А зачем ему это? Значит, ему это выгодно. Возможно, сам замешан. Либо работает на кого-то. И кто же это может быть? Да кто угодно, имеющий отношение к картинам. А может быть, сотрудник фонда Тарасова? Да легко. А может, это сам Тарасов? Я, кстати, его пробивал. Ему недавно на счет пришла кругленькая сумма, а сам он постоянно мотается в Европу. Зачем? Хороший вопрос. Может, видел переговоры с заказчиком картин? Скорее всего. И еще. Тарасов постоянно проводит показы экспозиций провинциальных музеев у себя в галерее. И среди них всегда есть картины Колмыкова. Идея. Едем в Калугу. Хм. На экскурсию? Почему туда? Там картина Колмыкова, которую Тарасов привозил в Москву. Надо ее проверить. Едем. Прямо сейчас? А ты так занят? Сколько ехать? Ну, часа 3-4, если при хорошем раскладе. Отлично. К вечеру приедем. Собственно, почему бы и нет. А если вечером ничего не успеем узнать, то утром сразу пойдем в музей. Я же обожаю по утрам в музей ходить.
Поехали. Ты опять куда-то собираешься? В кино с пацанами. Никуда ты не пойдешь. С чего это? Отец хочет с тобой поговорить. Специально пораньше придет с работы. Ну ничего, поговорит позже, что я до ночи в кино буду. Я сказала, ты никуда не пойдешь. Почему я не могу с ребятами сходить фильм посмотреть? Я что, твой раб? Знаешь, вот когда начнешь сам зарабатывать, устроишь свою жизнь, шляйся где хочешь. А пока ты полностью зависишь от нас, так что посидишь дома, как я сказала. Ты мне причину объясни, почему я дома сидеть должен. Я тебе все сказала. Жди отца. Я недавно вспоминал, как мы в Серпухов ездили. Помнишь? Да. Еще та была поездочка. Этот мужик, как его? Дракула. Вот ужас. Приснится такой. Не отмахаешься. Страшный тип. Да. А помнишь дождь? Андрей. Мы в гостинице. Андрей. Ну что, Андрей? Андрей. Слов из песни не выкинешь. Я, кстати, часто вспоминаю, думаю. Да, слушай. Да, Вер. Ты помнишь, что ты обещал поговорить с Митей? В смысле? Какая еще командировка? Ты что, Андрей, издеваешься? Ты у тебя всегда завтра, кроме Корзухиной. Ты с ней поехал? Я тебя спрошу, с ней? Знаешь, что подумала, не надо вам с Митей к нам приезжать. Почему? По крайней мере, так часто и... Нет, я, конечно, ценю вашу заботу о Ванечке, но для меня это очень важно. Вера. Что, Вера? Вера. Ну все, хватит. Можно я решу этот вопрос самостоятельно, хорошо? Анна-Мария моя дочь. И даже если ты от нее это скрываешь, я ее люблю. А ты, кстати, знаешь, что Митя классно рисует? Правда? Я видела его рисунки, они с Анной-Марией часто рисуют. Смотри, на Анну-Марию хорошо рисует, да? Про ее таланты рано говорить, но вот у Мити бесспорно способности. И что ты хочешь сказать? Что для парня это хороший выбор профессии? И кем он станет? Свободный художник, вечный нищий? Ну, спасибо. Ну что спасибо? Я не тебя сейчас имею в виду. Таких, как ты, единицы. Тебе повезло, ты устроилась, ты известный реставратор. Но это каким надо быть суперпрофи, чтобы быть художником и чтобы у тебя была работа? Да, конечно. Лучше выбрать то, что хочет мама, и всю жизнь ненавидеть свою работу. Митя талантлив. У него все получится. Просто дайте ему решить самому. Хорошо, может, ты и права. Давно я так не высыпалась. Другой воздух. И вообще. О, какие люди! Вот эта встреча. Привет. Какими судьбами? По работе. Вот, и я по работе. Творческая командировка. Получил заказ на фильм про церкви Калуги. Ты днем занята? Может, пообедаем вместе, а? Я тут хороший листик знаю. Ну, или можем просто прогуляться. Ты как? Занята.
Андрей, я тебя в холле подожду. Угу. Через 15 минут. Видимо, родители не научили тебя, что влезать в чужой разговор нехорошо. Особенно, когда люди завтракают. Извиняюсь. Как ты говоришь, зовут эту тварь? Глумец. А что он пасть разинул? Жрать хочет? Угу. Неужели это кому-то нравится? Дата и подпись совпадает. Вот видишь? Угу. Дырочка. Под гвоздик. А гвоздика нет. Может быть, это произошло при реставрации? Эта картина реставрировалась очень давно. Еще в 70-х прошлого века. Ну, давай, давай. Вот смотри, раз, она сама едет. Давай, попробуй сам. Не хочешь уже? Ладно. Тогда давай башню растить. На, поставь сам. И будет красота. Прикольный он у нас, да? Ты чего? Мам, я подумал, давай я с Коленькой посижу, а ты сходишь куда-нибудь, если хочешь. Ну, там, в кино, в театр или в кафешку с подругой. Сынок, тебе же готовиться надо. У тебя математика. Мам, да я успею. Братан, давай полетаем. Давай. Вот, видите? Отверстие от гвоздика в тех местах, где холст не был прибит к подрамнику. А вот гвоздик без шляпки. И тоже в месте, где холст не прибивали. Вот это меня и смущает. Как я понимаю, подрамник состарить несложно. Или холст закреплен на чужой подрамник. Подделка. Не могу сейчас сказать, мне надо. Я понял. Картину мы забираем на экспертизу. Подождите. Как же так? Нужны документы, разрешение. Я не могу вам просто так ее отдать. Не волнуйтесь. Мы все оформим как должно. Мы же не с улицы пришли. Теперь понимаете? Ну, в общих чертах. Эта штука была вмонтирована в электрическую цепь. Так. И принимала сигнал на себя. Ничего себе. Таким образом, эта дверь была отключена от общей сигнализации. Интересно. Давно сигнализацию ставили? Ставили давно, но меньше месяца назад ремонт какой-то делали. Проверяли, переподключали что-то. А что, были сбои? Вроде бы не было. Если Тарасов сказал, что надо проверить, так тому и быть. Начальство виднее. А, Тарасов, значит, сказал. Совершенно верно. Так. А здесь какая нравится? Вот эта. У тебя хороший вкус, молодец. Мне тоже такая нравится. Интересно, кто это может быть? Эрдель, ты узнаешь этого человека? Иннокентий! Рад тебя видеть. Взаимно, мой дорогой. Познакомься, Иннокентий, это наша внучка Анюта. Привет, очаровательная барышня. Садись. А я к тебе по делу, Эрдель. Без тебя никак. Видишь, Эрдель, ты всем нужен. Да, и какое же дело? Мальчики, может, я пока кофе сварю? Да-да-да, было бы неплохо. Нет, не стоит, я на минутку, в другой раз. Я хочу издать книгу о советской скульптуре 60-х-70-х. Чудесная идея, просто чудесная. Это как раз тема Эрделя. Лучше него никто не сделает. Вот когда вчера ты мне...
Ну, чего ты замолчал? Не волнуйся, Эрдель не ревнив. Когда я тебе вчера приснилась... Иннокентий сказал мне в коридоре, что ему вчера приснилось. Представляешь, какие кошмары человека мучают. Ну да, когда Альбина мне вчера приснилась, я понял, что это знак. Нужно идти к Эрделю и предложить ему книгу. Так себе логика. Ну. Знаете что, давайте все-таки кофейку. Да нет. Иннокентий, не сопротивляйся. Да, да. Можно уделить старым друзьям полчасика. Эрдель, доставай красивые чашки. Анюта, помоги дедушке. Так, где у нас красивые чашки? А вы знаете историю этой картины, как она попала к вам в музей? У нас она еще в 30-х оказалась, а до этого принадлежала сельскому учителю. Ого, а у него она как оказалась? Об этом ничего не известно. Единственное, знаю, что в 30-х учитель вместе с семьей в лес пошел. Ага. Голод был, тиф, люди от истощения на улицах падали, умирали. Но, видимо, надеялся в лесу найти хоть какое-то пропитание. Да так со всей семьей и сгинул. Вот так она к нам и попала. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Хорошо, что съездили. Да. А может, заедем в какое-нибудь придорожное кафе пообедаем? Да, нам до Москвы чуть-чуть осталось. Да ладно, ну а что нам это Москва? Что мы там не видели? А? Ладно, уговорил. О, кафе. Ну, я надеюсь, ты приступишь к работе в ближайшее время. Постараюсь. Спасибо тебе, дорогой. Не прощаюсь надолго. Всего хорошего. Какой милый человек этот Иннокентий. Думаешь, я ничего не понял? Зачем ты подговорил Иннокентия устроить весь этот маскарад? Эрдель, я хотела тебе помочь. Я еще в состоянии самостоятельно справиться со своими проблемами. Как все это унизительно. Иннокентий интеллигентный человек. Он не может отказать. Но ему действительно нужна такая книга. Альбина, он ни за что не признается, что придумал все это ради тебя. Ради меня, ради нас. Неловко. Страшно неловко мне все это. Бабушка, а почитаешь мне? Попроси дедушку, детка. Держи. Я сейчас вернусь. Давай я тебе почитаю. Давай. Так. У одного короля была дочь Мария. Так странно. Как будто мы оторвались от мира. Все там, а мы здесь. Да, здорово было бы куда-нибудь уехать. В какую-нибудь командировку. На неделю.
В этом что-то есть, да? Дорога, маленькие города. Новые люди. Придорожное кафе. Знаешь, иногда мне кажется, что мы сами все усложняем. Может быть, надо проще ко всему относиться? От кого я это слышу? Я, между прочим, изменилась. Серьезно? Надо получше к тебе приглядеться. А я совсем не изменился. Я имею в виду, что по отношению к тебе я не изменился. Вот смотрю на тебя и понимаю, что... Ребят, чей черный джип там стоит? Багажник открыт и колеса спущены. Не паникуй. Что я в музее скажу? Значит так, чтобы быстро и бесшумно скрыть такую сигнализацию, нужен код грабер. Значит, за нами следили. От самой экологии? А может, от самой Москвы? Все, заканчиваем самодеятельность. Больше ни шагу без меня. Все расследования под моим личным контролем, поняла? Ты что думаешь, это так опасно? Этот охотник за картинами точно псих. Почему? Но какому нормальному человеку может это понравиться? Что не картина, жесть. Эти легенды, эти мистические смерти. Ты же раньше в это не верил. Я тоже меняюсь. Все, уйди. Yeah.